have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и знаете, в чем прикол? Я сейчас уже, ну, в смысле, это сейчас начинаю новую серию, но еще в прошлый раз, когда я заканчивал прошлую серию, я вспомнил, что там же у нас была еще одна кнопка, на которую я не нажал. То есть я прошел дальше, а потом уже, когда сюда поднялся, закончил серию, такой, блин, там же внизу была еще одна кнопка. Да интересно, как до нее добраться, но, возможно, с помощью прыгающего ящика, так что... Я тут делаю такой небольшой вывод. Получается, у нас, ну, всегда, в принципе, только один в путь вперед. И если у нас появляется другой путь, то это всегда путь за бонусной какой-то штукой. Поэтому, если там был какой-то второй проход, я прошел вперед, не используя ту кнопку. А значит, что она была где-то за бонусом. Опять же, я же говорю, я уже пропустил, наверное, много бонусов. Но вот это вот тот, который я заметил, хоть и поздно. Нет, заметил я его тогда вовремя, но я про него забыл. А вспомнил уже поздно. Ладно, поехали дальше. Что нас тут еще ждет? Так, на секундочку, вот смотрите. Загрузка. Видите, внизу у нас показывается прогресс, и прогресса осталось, ну, может быть, где-то... Я бы даже не сказал бы, что 1/4, может быть, 1/5. Вот, так что смею предположить, что игра потихонечку заканчивается. Не знаю еще, на сколько серий нам хватит. Я буду продолжать их делать такими же по полчаса. Но у меня такое подозрение, что на этой неделе мы с Инсайдом попрощаемся. Опять же, если он не устроит что-то, из-за чего у меня бомбанет настолько... Не, ну вряд ли. О, привет, чуваки. А вы дикие или нормальные? Они просто стоят. Посмотрим. Я просто по привычке уже побежал в другую сторону. Я могу? Могу. Я могу-ти. Я могу-ти. Ладно. Куда нам этот ящик и зачем? Ну, раз мы его толкаем довольно бодренько, быстренько, пойдемте попробуем. Ёлки. Этого не надо было делать, я уже понял. Сидим за ящиком. Он, кстати, с пацаном каким-то, смотрите. Они как только отвернулись, я сразу же пошел. Посмотрим, как это все будет происходить. Так. То есть ящичек у нас, как всегда, двойного значения. Там вода опять наверху. Да. А так дверь, кстати, закрывается. А, я понял. Ну, относительно, конечно, понял. Стоп. Мне нужно... Теоретически, чтобы что? Подожди. Так, я сейчас вообще не задыхаюсь, насчет этого можно не париться. Теоретически мне нужно подставить этот ящик так. Так, погодите. Мне нужно подставить ящик таким образом, чтобы он заблокировал там дверь, чтобы я мог туда пройти.
Вот на таком уровне я могу нырнуть. Ну, да, я сразу же оказываюсь в воде. Вниз я его никак опустить не могу, потому что он плавает, он слишком легкий. Я могу его дотащить. А что со звуками? Звуков в игре, ну, то есть... Сейчас, ребят. Попробуем решить эту головоломку, потом уже... На какую высоту я могу рассчитывать, чтобы... Мне нужно, наверное, впритык. Попробуем сейчас. Вот максимально, что я могу себе позволить. В этом поло... А, да? Все, я понял. Я понял. Все оказалось гораздо проще. Мне этот ящик нужен вот сюда. Так. Чтобы я смог допрыгнуть до воды, там проплыть и там спрыгнуть, чтобы пройти в дверь. Все. Я изначально просто неправильно расставил приоритеты. Возможно, у этого ящика потом будет еще какое-то двойное назначение, но пока что я вижу это таким образом. Ну-ка. Меня немножко гнетет, когда вот такое напряжение. Отлично. Опускаем. Чуть выше. Вот так. Итак, у нас та дверь остается открытой. Да, я могу туда доплыть, там выпаду и пройду через нее. Интересная, кстати, механика. А тут звуки появились. Да, это было, наверное, из-за того, что такая комната водная. Так, раз у нас есть полно кислорода, давайте-ка, наверное... Извините, какого фига? А, мне сюда, в принципе, и надо было. Наверное. Я подумал, что я нырнул за секреткой, но куда там? Вот эта фишка с двойной водой, это очень странно, но очень интересная механика. Я, по-моему, нигде такого раньше не видел. То есть я раньше видел всякие приколы, знаете, со изменением гравитации, где пол-потолок, но тут это переходит на какой-то вообще другой уровень. А, мне нужна вот эта кнопка, для этого мне нужно опустить воду. Ну, скорее всего, я предполагаю, потому что снизу туда добираться очень высоко. Там нужно будет или прыгающий ящик, или что-то еще. Мне кажется, что все-таки нужно будет как-то опустить воду. Отчего же? А, вот опускатель. Это оно? Ну-ка. Черт. Они все попадали. Они все агрессивные? Или они все просто за мной? Что происходит?
Если они меня догонят, они меня сожрут? Не, они меня не трогают, кстати. А, они меня подкинут. О, я понял. Видите, все-таки я оказался неправ. Именно снизу нужно будет добираться. Почему они меня слушают? Я же без шапки. Не хватает. Не хватает. Стоп. Я что-то не так, значит, ну. А что там еще можно было сделать? Давайте посмотрим. Там вроде была одна тыкалка. Правда, я после этого немножечко испугался, потому что не был уверен, что они с нормальными намерениями. Но вот, оказывается, попадали. А что... Погоди, а вот это ваши руки-ноги, типа, поотваливались от вас? Кстати, это вполне возможно. Я понял. Ну-ка, ребят, сюда. Тут у нас часто у всяких вещей есть и двойные назначения. То есть, они же мне сейчас понадобятся... Погоди, а если еще раз? Я просто не понимаю, что там изменилось. Оно выше тоже поднялась та кнопка или нет? Я не пойму. Ну, когда я в эту штуку воду поднимаю. Ну-ка. Вот эта штука, то, что они, у них тут конечности валяются отбитые, это очень стрёмно выглядит. Я понимаю, что они все трупы, все дела, что это... А! О-о-о-о! Вот в чем прикол! Все, я понял. Вот в чем прикол. Теперь я смогу доплыть и в полете зацепить эту кнопку, а они меня поймают, чтобы я не разбился нафиг. Вот для чего здесь это высокое место. Я как раз задумался над этим. А зачем? Все, все, доперло. Есть, нажал. Я думал, что я мимо пролетаю, но нет, получилось. А почему вы все со мной идете? У меня же нету головы, лампочки. Что же? А, может быть, это... я понял. Может, это потому, что я переродился, грубо говоря, когда я тонул, подключился к этой фигне, потому я стал дышать под водой, потому... Кстати, я ничего не пропускаю, там наверху вроде как. Может, вы меня подкиньте, ребят? Не? Хотя... Ну-ка. Да нет. Они, кстати, не так уж и высоко подкидывают. Вот тут мы с вами попрощаемся, да? Нет! Нет! О, смотрите, а тут... О, вы видели? Вон там секрет, я уверен. Ловите меня! Я это увидел случайно абсолютно. А как я? Зачем я сюда лезу? Хотя может... А, может быть, слушайте, может быть, это была обязательная фишка, а нифига не секрет. Извините.
Там кто-то побежал, кстати. Стойте минуточку, ребят. Я успеваю выпрыгнуть в двери или нет? Нет, не успеваю. Давайте тогда еще внизу немножечко тут пошаримся. Вот зачем они мне нужны, я понял. Так, погоди, а как мне их тогда... Мне их нужно отправить сюда, но как это сделать? Вы сейчас попадаете с той стороны, вот зачем нужно было это место. Я думал, что там наверху секретик, все. Они сейчас попадают, мы зайдем в лифт, все. Ну что, я же как раз видел вот эту вот штуку сверху, мне показалось, что сверху можно идти, я думал, что меня туда закинут, там наверху будет секрет. А оно, вон оно, как все. Теперь мне нужны эти лоботрясы, чтобы они мне помогли открыть дверь. Давайте, заходите, бесполезные. Думай тут за вас, ходи. Каждый раз, когда ты делаешь какие-то правильные решения, начинает играть такая музыка. Ненавязчивая, но ты, по крайней мере, понимаешь... Что... Да, вот это вот путь для прохождения. Что-то мне это не нравится. Когда мне тут что нравилось? Нет, мне тут нравится атмосфера, и мне тут нравится все, что происходит. Но, в принципе, плохое ощущение не оставляет ни на секунду с самого начала игры. Поэтому, ну, я не могу как-то сказать, что мне тут спокойно, хорошо, комфортно. Вообще ни разу. Так, ребятушки, лифт вверх. Спасибо. Что у вас тут, избранных собирают? Ну-ка. 4. 4 что? Знаете, что мне это напомнило? Вот этот терминал, который горит ближе к нам перед экраном. Помните, в чужом изоляции там карты были такие, ты подходишь и подбираешь карту на этот уровень. Очень сильно похоже. Кто играл, тот поймет, я думаю. Так, нам нужно... То, что трубка вот так вот болтается, это значит, кто-то недавно этим пользовался. И убежал, когда услышал или увидел меня. А это вот уже вообще ни разу не прикольно. Я не видел, чтобы тут кто-то проходил. Значит, он был изначально внутри, услышал меня и свалил. Предварительно закрыв за собой двери. Какого? Это что, камера Ганнибала Лектора какая-то? Это... Они все это на камеру снимают. Вот там кто-то бежит опять. Я ничего активировать не могу. Я испугался сейчас! Этот офисный планктон выбежал! Мне наверх. Мне нужна толпа, чтобы меня закинули наверх. Они все бегут посмотреть, что там происходит. Мне не покажут, что там происходит, поэтому я просто возьму эту штуку. Они так на меня посмотрели, типа, ты офигел? Стой! Тележка фигова. Что они? Ну, мне интересно посмотреть. Они там все на это смотрят. Мне тоже интересно. А, да, вот так это все будет происходить.
Я когда хотел, сказал, что я хочу посмотреть, это не значит, что я хочу поучаствовать. Чего там происходит? Как вы понимаете, музыка вообще ни о чем хорошем. Зачем этот люк? Зачем мне туда? Это единственный способ прохода? Ну давай. Ну допустим, допустим. Что нет тут никакого вроде нету. А вниз тогда что? Я случайно наверх полез. Я думал такой, окей, мне значит вниз. А вниз можно пройти, там залезть в люк. Ладно, тогда сначала... Потому что я там, если сейчас прыгну, уже не поднимусь. Идем наверх, окей. Когда у нас образуется два пути, то, как я уже говорил в начале серии, это или секретка, или правильное прохождение, поэтому... А здесь можно обратно залезть, значит, скорее всего, к секретке. Но секретки тут стали очень сильно замороченные, твою за ногу. А, да? А вон и карта секреток. То есть я нашел 4. Это финал секретный. Ну, не секретный финал, а... Короче, смотрите, в чем прикол. Их там 3, 5, 8, 10, 13. 13 секреток. Я нашел только 4. Одну, я думаю, что я знаю где, это 5. 5 из 13. И мне кажется, что я довольно хорошо проходил, но как игра показывает, я проходил отвратительно, потому что я ни чертища вообще не нашел. Хорошо, да, я, наверное, не всегда шел исследовать вообще все углы. То есть, грубо говоря, если бы у нас были все 13, то вот эта штука, она была бы или открыта, или мы бы смогли ее открыть, зашли бы туда, и что-то бы случилось. Короче, вот это вот, оно или истинный финал, или что-то по-другому сделает в финале. Но здесь мы ничего сделать не можем, поскольку эта опция у нас провалена абсолютно и полностью. Окей. Я так понимаю, что это пища для перепрохождения. Я думаю, что я когда-то доберусь до этой игры, чтобы проходить ее заново. То есть, смотрите, в чем прикол. Качество проекта очень часто можно проверить по его реиграбельности. И если, пройдя что-то, у тебя возникает ощущение, я хочу сюда вернуться и найти тут все, то как минимум это уже хороший проект. Ну, мы сейчас говорим о том, что это не то чтобы хороший проект, это офигенный проект. Игра просто шедевр. Я так не подниму, ну, конечно. Это я могу сказать уже сейчас. Я не знаю, что должно случиться в концовке, чтобы мое мнение поменялось. Пока что мое мнение об этой игре говорит, ну, как бы, такое, что это полнейший шедевр. А я же... Да, да вы чё? Да не. Да? Да! Обалдеть. И хорошо, ладно, поехали вниз. А, вот куда мне надо.
Так, ну, исходим из того, что здесь получается у нас как минимум две концовки, и как минимум одну мы себе запороли. Не будем пока что над этим париться. Просто примем это к сведению. Просто как в том же Стрее, я очень сильно запаривался по поводу воспоминаний, и буквально мне там чуть-чуть их не хватило, чтобы это все было правильно и нормально. Может, мне там сначала нужно было что-то отключить наверху? Оно же работает, оно же... Я остановил что-то очень большое. Теперь я смогу проплыть по этой трубе? О, погодите, тут есть еще какая-то фигня. А, да? Стой. И теперь меня туда засосет. У-ху! Одежда! Привет, неудачники! Че, не ожидали такого? Я сам не ожидал. До свидания. Я хватаюсь за этот кабель, но я не могу его вытащить. Но экшен, типа, кнопка экшена там есть. Вот это биомасса тут, кстати. Почему у меня такое еще? Меня убило? Это я теперь? Это я теперь? Вот это офигеть, что тут сейчас происходит. Кстати, насчет мертвых клеток, все, опять же, эта вся тема очень сильно похожа на организм, то, что мы изначально, ну, не изначально, то, что мы вначале говорили. И то, что мы сейчас смешались с остальными телами, это очень сильно напоминает вот эту всю фишку с объединением клеток. Вот это сейчас весело происходит. Привет. Идите сюда, вы будете частью целого. Не будете? Ладно. Я думал, я вас впитаю. Пойдем, ребята. К такому меня жизнь не готовила. Поднимите меня. Спасибо. Спасибо, красавчики, затащили. Причем я этим управляю, что самое ржачное. Мне надо туда наверх. Наверное. Это просто офигенно. Я не ожидал, что игра выкинет подобный фортель.
контейнер с человеками? А, это контейнер, который поможет мне туда забраться. Иди сюда. Да офигеть, как жутко. Знаете, в чем прикол? Подождите минуточку. Мне интересно, что там что-то осталось или нет. Я буквально на секунду. Нет. Мы просто забрали огромный ящик, чтобы переместиться. Оно очень медленное, неповоротливое, но, в принципе, оно довольно нормально управляется. Я уже даже не знаю. Вот это масса. Бам! Бегите, твари! Я их затаптываю, смотрю. Эти стоят сверху, смотрят. Почему я не могу набрать новую массу? Ну, возможно, для этого нужны какие-то особые условия, чтобы я мог набрать какую-то новую массу. Чувак, ты директор? Спасибо за мягкую посадку. А, такая туша, офигеть. Это вообще как? Это вообще что? Ребят, давайте на этом заканчивать пока что. Это просто... Игра порвала мозг и шаблоны. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, побра. Всем оладушек. Всем покеда.